теста нам понадобится пол килограмма муки, 300 грамм маргарина или сливочного масла, у меня сливочное масло, щепотка соли, 2 столовые ложки сахарной пудры, 2 столовые ложки кефира или сметаны, пол чайной ложки соды. Я в процессе покажу с для начинки. Нам понадобится 300 грамм творога. Он может быть так и обезжиренный, обычный, домашний. Стакан сахара, ванилин и 3 яйца. В миску с мукой добавляем 300 грамм сливочного масла. Перетираем, чтобы получилась у нас крошка. Вот я перетерла маргарин с мукой. У нас получилась вот такая вот крошка. Смотрите, если вы взяли маргарин с холодильника, лучше перетирать на терке, так как он жесткий и неудобно его размять с мукой. Я разделила тесто на две части. Одну часть отложу на верхний слой. Вторую часть я сделала ямочку, углубление. Сюда я добавляю 2 столовые ложки кефира или сметаны. Но для начала я погашу ее с уксусом и содой. И вот я гашу соду с уксусом. И ложу ее в сметану. Или кефир. Добавила я кефира нашего. Добавила 2 столовые ложки сахарной пудры. Сейчас добавлю щепоточку соли. Вот так. Сначала перемешиваю то, что находится в ложке. У нас получилась вот такая вот масса. Мы добавляем еще стакан муки и замешиваем тесто. Тесто должно у нас быть эластичное, мягкое, но не жесткое. У нас получилось вот такое вот тесто. Мы накрываем пищевой пленкой и отправляем его в холодильник. Ну, где-то на полчаса, пока мы будем готовить нашу творожную начинку. Вот я отделила белки от желтков. Желтки нам не понадобятся, мы убираем их в холодильник. А белки мы сейчас будем взбивать со стаканом сахара. Взбиваем для начала 3 белка. Вот мы взбили белки и потихонечку добавляем сахар и продолжаем взбивать. Сюда же мы добавляем ванилин. Добавляем творог. Хорошо его перемешиваем. У нас получится такая пышная масса. Если вы хотите, чтобы у вас получилась пышная масса, добавляйте в белки щепоточку соли. Вот у нас получилась такая вот начинка. Духовку предварительно разогреваем до 180 градусов. Я взяла вот противень 26 диаметром, посыпала мукой, сейчас буду раскатывать тесто. Вот раскатала я тесто, выложила его на противень, посыпанный мукой. Сейчас буду выкладывать начинку и сверху будем посыпать оставшейся крошкой. Посыпаю крошкой по всем краям и отправляем творожник в разогретую духовку на 20-30 минут. Вот открываем духовку. Прошло полчаса, достаем наш творожник и даем остыть, чтобы затем посыпать сахарной пудрой. Вот и готов наш творожный торт. Всем, кому понравился рецепт, ставьте пальчики вверх. До новых встреч. Всем пока. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.